Вакцинация – единственный путь победить пандемию. С этих слов председатель оперативного штаба Кашхабского района по противодействию коронавирусной инфекции, главы администрации Кашхабского района Заура Хамирзова, началось заседание оперативного штаба. В мероприятии приняли участие председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, заместители главы района, депутаты различных уровней, главы сельских поселений, руководители организаций и служб, предприниматели, фермеры, представители духовенства и общественных организаций Роспотребнадзора, ЦРБ, МВД. Резкое ухудшение эпидобстановки в Москве и ряде крупных регионов страны стали тревожным звонком для Адыгеи. Именно поэтому под председательством главы региона Мурата Кумпилова было проведено заседание оперштаба. Глава Адыгеи также подчеркнул необходимость прохождения иммунизации как самого действенного механизма сдерживания пандемии, а значит, избегание прошлогоднего локдауна, дальнейшее развитие экономики и так далее. В ходе заседания районного оперативного штаба была отмечена необходимость частичного возврата к более жестким мерам предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Это, к примеру, активизация работы комиссии по контролю за соблюдением норм и правил Роспотребнадзора в торговых объектах, местах общепита и массового скопления людей, контроль за соблюдением масочного режима, в том числе и со стороны органов обеспечения правопорядка. Все мы помним, насколько трудно было пережить пик заболеваемости в прошлом году. Был введен пропускной режим, были закрыты магазины, кафе, рестораны, отменены все массовые мероприятия. Пострадали все сферы жизнедеятельности, начиная от бизнеса, заканчивая образованием и спортом. А самое главное, COVID-19 унес десятки жизней наших земляков. Возврат к этим событиям недопустим, отметил Заур Хамирзов. Ключевым вопросом мероприятия стала проблема нежелания самих жителей района принять участие в прививочной кампании и пути ее преодоления. В ходе выступлений участниками совещания были высказаны такие пожелания, как дополнительное информирование людей об опасности, исходящей от COVID-19, и роли вакцины как самого надежного щита от пандемии, проведение вакцинации с выездом медработников на крупные предприятия, сосредоточение внимания гражданам категории 60+. Выслушав всех выступивших, Заур Хамирзов поручил детально проработать каждое предложение и включить их в алгоритм действий по обеспечению иммунизации населения.